Привет, кролики. Привет. Нам. Бегают кролики. За фигурики. Привет. Привет. Ты жрать хочешь, да? Я тебе цыпленка принесла. Будешь цыпленка? А? Ой, все. Оп, на. На, беркут, на. Не обижай орла. Беркут. Да. Опа. Вот зимовка. И пошли. А, так, чи-чи-чи-чи-чи. Вот скандалить пошли, да? Раскандалились. Все, еды всем хватит. В разные углы всем надо бросить. Аж подавился. Причем курица вон недоеденная лежит. А тут надо раскандалиться. Беркуту. Ой. Берку там. Так, ладно, рассыплю в разные углы, чтобы не было проблем. Ничего не принесла, просто поздороваться зашла. Просто поздороваться. У тебя тут еды? Еще дофига. Нет. Надо тебе миску забрать. Я надеюсь, ты меня не убьешь. Ай-яй-яй или не ай-яй-яй? Ну, а там собаки. Там у тебя маленький. Такой нифига не маленький. Блин. Только в меня, пожалуйста, не кидайся. Хорошо, малыш? Да, красивая птичка. Красивая птичка. Опа. Вот так вот тазик выберу. Все, спасибо. Вот такой. Распушился. Одевает шею свою, как ему зимой не холодно. На самом деле нет, они вон и пушатся сильно, и в принципе, видите, вот моментально вся шея уже закрылась перьями при похолодании. То есть нормально. И плюс грифы живут в горах, где холодно тоже. И снег, и лед, и все остальное. Так как это падальщик, ему надо, чтобы немножко было все ферментировано. В том числе мы еду даем на несколько дней. То есть там положили вот барашка или кусочек коровы, так бы и все. Вот такой красавчик. Да, там ворон говорит кря-кря. Так, наш малыш с ампутированной лапой. Вот. Ему пока не надо много движения. Точнее, надо мало движения. Вот у нас он тут клеточка. Да. Ну и вольер он поедет только весной, потому что он до весны не облиняет, не отрастит шерсть на забритую на ноге, которую у него на культе, которая ампутирована. Вот. Поэтому он пока тут у нас так сидит. Да, сладкий? Тут теплее. Ветра нет. Все хорошо. Спрячь. А то как отберут, сейчас берут и все отберут. Да. Кто еще ест желудя? Смотрите. Прям на лед. Все. И нет ничего. Гуси не успели. Рингтон, бетрингтон. Как всегда, я, конечно, лажаю, потому что у меня садится телефон на бороде. Но сейчас прорвусь, чтобы солнышко поснимать его. Прямо динамично. Заплыло начать. У меня все запуталось. Да? Надо было сначала хвост вынуть. Вот один у меня смутанный поводок, но он прям так динамично плавает. Прям что-то вообще прям вот. Прям нырк-нырк-нырк. Зимние выдры. Нырк-нырк-нырк. Сейчас, может быть, немножко в воде, на самом деле, растает поводок. Распутается. Так, пока тут бегаю за ним. Вон здесь хвост. Вот так. У меня пальцы замерзают. Только не грызи, пожалуйста, шланг. Как у медведя будет нечего. Ладно, выдрись, не ешь шланг. Плавать хотел. Он хотел.
здесь без печатра. Как-то неожиданно стало зимне. В зимне холодно. Ринри, не ходи там вон. Всякого. Ты пошел к лисенькам знакомиться. Вон там лисеньки бегают. Вот они там наяривают. Ждут еду. Ой. Выдри, не ходи туда, не ходи, зайка. Нет. Не пойдем туда. Походу, кого-то ловить пошел. Может, рыбу. Потому что прям бьется он там. Прям крутится, выпрыгивает, пыхтит. Не поймал. Ну, как деревья. Ныркает, хлопает, хлопает, ныркает. О! Что-то тащит. Все, взял. Ну, покажи. Что? Нет? Нет? Показалось маме? Да, показалось. Не взял, но бывает. Ладно. В конце концов, смою эту рыбу. Ее он и в вольере полно, правильно? Чего мы рыбу не взяли? Холодно. Как же холодно то. Холодно. Ну, вот такое. Все. Пришел вытираться. Пришел вытираться в мои ноги. Конечно. Что бы нет-то. Что бы нет. Вот так валяться пришел. Ты, Вик, подожди, ты протряхни сначала его вольером. Мне надо потом снять желуди. Зайди в его вольер, снег. Снег стряхни. То он сейчас нагуляется просто. И у меня пальцы отмерзнут. Это у нас вон крыша насыпала. Надо стряхнуть снежок. Да. Прыгать под снегом. Помните, каким звуком он выныривает вообще? Что-то я выловил какие-то там прям огнище дела. Огнище. Какие-то активные. О, вынул что-то. Все, что вынул? Что во рту? Нет, мусор во рту. Или лягушка? А, лягушка. Все, понял. Еще даже не спящая. Я думаю, что-то там. Все. Охота удалась. Поймал лягушку. И пошел, главное, домой. И пошел. Пошел к барсуку. На всякий случай, говорит, схожу. Сейчас туда к барсуку упустишь и все. Ну там с лягушкой, он лягушку поймал. Вот она убежала. Все? Нет, не убежала. Да, там у тебя крышу ломает, да. Да, у нас во все ложки есть снег, но немножко. Не так немножко, как тут. О, там лягуню ест. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. И лягунечку доел. Все, доел лягунечку. Вот так. Вика, хоп-хоп-хоп. А надо, я тебе еще раз говорю, эту крышу надо переделывать. Потому что... Не буду говорить почему. Потому что без руки человек ее делал. А надо сделать здесь... Работник года, как я могу. Работник года, да. Нет, а у нас же там еще есть андулин, по-моему. Надо накрыть его просто крышей. Или нету? Он оставался еще. Тут доска приехала, сделать из доски просто на этот... На пришётку небольшую. Да, такую, ну, на скатную. И все. Да.
Да, 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 да. И он целее будет. Да. И дверь не примерзнет, открываться будет. В общем, на зиму сейчас сделаем крышу. Потому что там-то сварная решетка, здесь как бы сварная решетка, здесь ничего не будет. А вот здесь не сварная, здесь тонкая сетка. Она, конечно, может проломиться. Поэтому будем переделывать немножко. Я распушила поводок, и он сделал то, что он хотел. Все-таки, видимо, я ему мешала по маневренности. Сейчас, наверное, уже отвалится телефон. Но, короче, вот она рыба. Все, он ее добыл. Поймал. Ну, как бы и все. И не было рыбы. Все уже садится, но может пару минут у меня пока еще потянет. Тут вообще такая драйвуха, движуха сейчас была. Все бегонькают, бегонькают. Бегонькают, бегонькают. Выныркивают, выныркивают. Пойду, пойду. Веселее. О, мне так этот вольер нравится. Конечно, еще дофига всего делать, вот, в плане того, что вокруг не пройти, и все мокро и недоперекопано. По-хорошему вообще бы там взять день-два мини-экскаватора, все это выровнять и чем-нибудь отсыпать, чтобы можно было людям ходить, еду разносить. Но то, что вон у лис есть возможность прям пробежаться, это, конечно, очень круто. Вот. То, что они прям носятся! Прям бегают, носятся. Вот у них сейчас была такая прям движуха-движуха. Еду принесли, и они вот скачут вовсю. Ну, не все, понятное дело. Некоторые вообще только вылезают, если их это из будки выковырять. Ну, или ночью, видимо, бегают, не знаю. Но в целом все равно такой очень живой получился. Еще, говорю, зарастет всякими деревьями, кустарниками. И мы здесь еще посадим дополнительно кустики такой. Красивый. Вот, в общем, будет прям хорошо. Там вот нора. Там дальше. Но я говорю, я бы еще здесь по центру, конечно, насыпала земли, чтобы тоже были норы. Это было бы круто. Потому что нора им нравится даже больше, чем будки. Ну, вот именно верхние сделать. То есть насыпать кучу, чтобы они там нарылись. Все, пошла. Тыгыдык, тыгыдык, тыгыдыки. А это вот, да. Секрет, почему лисы не убегают. Это электропосту. И вот здесь вот снизу он, соответственно, тоже подключен. Вот. Поэтому они не подкапывают, потому что вдоль не подойти. Видите, дорожка. Ну, расстояние между дорожкой и сеткой. То есть, да, бегать дорожка, она не вдоль сетки, а на некотором расстоянии. Что-то понесла прятать уже. С харчами бегает. Не просто так. Ой, холодно.